Эпидемиологическую обстановку в республике обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. По данным Министерства здравоохранения, в Чувашии сегодня коронавирус диагностирован у 48 человек. Выздоровел 21. С начала года в республике COVID-19 зарегистрировано у 6264 человек. Выздоровели 3385. С начала года от коронавирусной инфекции скончались 49 человек. Пока ситуация стабильная, есть и положительная тенденция. Скоро возобновит свои услуги Федеральный центр эндопротезирования. К привычному режиму постепенно будут возвращаться и другие медицинские учреждения республики. На днях буквально ожидаем приказ Минздрава России о возобновлении плановой работы Федерального центра травматологии и ортопедии. Сейчас они проходят, значит, процедуру дезинфекции заключительной и подготовки помещения и оборудования к своей плановой работе. Но, тем не менее, мы пока, значит, оставляем 100% наш тот коечный фонд, который определен с приказом 198, это 609 коек наших ковидных коек, которые будут продолжать функционировать до полной стабилизации ситуации.